Глава края также отметил, что смена времени года и новый формат пошли только на пользу. Российский инвестиционный форум открывает деловой год в стране и дает возможность федеральным чиновникам погрузиться в проблемы регионов. Первый форум в стране, он начинает все форумы, которые будут последующие, мы первые. Вот, и поэтому сегодня для нас это принципиально важно, что мы первыми узнаем и различные позиции правительства, новые позиции министров, то есть взгляд на развитие экономики. Вот эта площадка, форум, где можно просто министра подергать за рукав, поверьте, губернатору. И это очень важно. И в том числе с коллегами обменяться определенными... В хорошем смысле слова. И обратить внимание, в том числе на определенные где-то проблемы или, допустим, то, что мы хотим сделать. Вот такая площадка. Конечно, коллеги. Она нужна сегодня. Она нужна сегодня и бизнесу, она нужна сегодня и губернаторам. Она нужна регионам. Вениамин Кондратьев также отметил, что с каждым годом форум набирает обороты. В этом году его посетили практически все руководители российских регионов. Повысился интерес и бизнеса. По мнению главы Краснодарского края, это связано с тем, что импортозамещение диктует вектор экономического развития и власти, и бизнеса.